И всем привет, с вами Каиса, и я начинаю очередное прохождение по игре Resident Evil Remake GameCube оригинальной версии в режиме Once Again, ну, один опасный зомби на харде. Resident Evil. Но на этот раз за Джилл Валентайн, на челлендж Only Knife, без оружия самообороны и без керосина. За Джилл будет куда сложнее. По ряду причин. Во-первых, нож Джилл отличается от ножа Криса. Нож Джилл, он, ну, такой обычненький, средненький ножик. Ничем не примечательный. Его даже сейчас пока еще нету в инвентаре. Во-вторых, у Джилл ХП. Урон она получает серьезнее, чем Крис. Джилл слабее Криса. Так, ну, заходим в первый коридор. К первому зомби. Так. Назад. Так, и возвращаемся в холл вместе с Берри. Так, вот мы выходим в холл. Но Вескера нету, да. В очередной раз уже в этом убеждаемся. Так, давайте поднимемся наверх и спустимся назад. Нет Вескера, пропал Вескер. Так, Берри нам дает отмычку. Вот это преимущество у Джилл перед Крисом. Отмычка, да. И куда мы сперва направляемся? А направляемся мы в тот самый же первый коридор. Ленту брать пока не будем. Нам нужно взять... Что нам нужно взять? Как вы думаете? Наконечник. Да-да. Именно его. Поэтому пробегаем всех. Так. Входим в следующий коридор. Тут у нас растет зеленая трава. Имеется. Берем ее. Да. Хилки для Джилл, за Джилл будут точно уже на вес золота. Если за Крис я еще как-то там, у меня более-менее к концу игры было, то за Джилл потратиться придется прилично. Так что берем пока две травы. Да, Кримзон лежачий, готовый в любой момент встать. Так, зомбик. А не пошел бы ты лесом? А, зомбик. Так, берем стрелу. Так, давай, выходи. Пошел к черту. Так, оббегаем этого чайника. Можно сказать, на волоске, мне кажется, был уже. Да, и здесь у нас шляется такой одинокий. А, нет, не шляется. Точно. Я совсем забыл, что это же режим Бешеный Форест. Как и за Криса, здесь будет Форест бегать за нами. Так, ну, давайте вынем наконечник сразу. И направляемся на кладбище. Ножа у нас, к сожалению, пока что нету, так что тех зомбаков придется вернуться за ними, когда появится нож у меня. Сейчас пока его нету. Так, ну ждем зомбаков. Давай, проходи, друг. Давай, на лесенку. Так, блин, второй пошевелился. Вот ты чёрт.
Это печально, что он пошевелился. Я его не хотел сдвигать, если честно. Так, спускаемся в гробницу. Да, и нам как-то нужно будет от двоих убегать. Так, берем книгу с обратной стороны. Находится ключ, меч. Забираем его. Вынимаем. Да, жалко, что у меня открыты эти пушки. Сейчас у меня должен быть нож, но его нету. Запихнули его в ящик. Так, ну как вот теперь их оббегать обоих, а? Ладно, там одного еще отбежать можно было, но обоих... Так, ну вот идет один. А где второй? Давайте ждать. Так, где же второй-то? Вот второй идет. Да они как-то ходят непонятно еще. Так, отлично. Фух, удалось убежать от них. Так, мы заполучили ключ меч. Замечательно. Замечательно. В подвал нам не нужно суваться даже. Давайте откроем пока кое-какие двери. Давайте здесь откроем дверь. В подвал даже суваться не будем. Хотя нет, туда пока не пойдем. Так, ну... Да, вот тут сейчас будет бешеный Форест носиться. Так, с какой стороны? С какой-то стороны, Форест. А, понятно, он здесь. Убегаем, 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 убегаем. Так, открываем дверь, заходим. Куда нам сейчас надо? Так, зомбак где-то на лестнице ходит, так что... Пробегаем мимо него. Так, куда бы сбегать? Давайте за лентой сбегаем. Вот сюда зайдем. Да, здесь нам открываем дверь отмычкой. Нужно взять только ленту. Ничего другое нам не нужно. Так, берем ленту. И выходим. Никакого керосина, никаких кинжалов, шокеров. Фух, как-то я успел-то, а? Заходим в лазарет. Нам нужно забрать здесь свой нож. Убираем вот это бесконечное к чертовой матери. Куда-нибудь вот сюда вот. Вместе с пистолетом. Так, и вот это... Вот эти вещи... Хотя ключ от гардероба, я не знаю, может, и переоденусь. Хотя нет, я возьму, наверное, ключ от гардероба. Так... Давайте спрей как-нибудь это сложим аккуратненько. Так, травы положим пока что. Лента пусть тоже лежит. Так, берем нож. Нам надо нож было взять. Вот, собственно, зачем я сюда пришел. Так, и выходим. Так, зомбак на лестнице. Оббегаем его. Так,
Удираем отсюда. Давайте откроем безопасный путь. Вот здесь вот. И через него доберемся до холла. Пока что у нас здесь тихо. Можно спокойно и свободно бегать. Да, у нас тут стационарный куст на 3 раза есть. С первым боссом собакой Мут очень будет ценен. Потому что получу я прилично. Так. Теперь спускаемся мы на первый этаж. Да, как я уже сказал, в подвал на кухню мы не пойдем. Просто не пойдем. Заходим сюда. Да, давайте зайдем сюда. Давайте сходим в гардероб. Одену свою любимую форму из Resident Evil 3, которая мне очень нравится. В гардеробе. Так, где она? Может это? Ну-ка, ну-ка. Давайте посмотрим, она ли это. Она. Вот, отлично, переоделся я. Так, теперь открываем вот эту дверь. В принципе, ключ, меч уже больше мне не нужен. Я его потом оставлю в ящик, выброшу на кухню, потому что я не пойду. Так, бежим по Г-образному. Кинжалы нас не интересуют. Ничего нас здесь не интересует. Даже в туалет заходить не будем, потому что там кинжал. Заходим вот сюда вот. Сразу давайте возьмем химикаты, травы. Что тут есть? Канистры нас не интересуют, так что берем химикаты. Зеленые травы. 2 зеленых и 1 красную, да. Берем. Это замечательно. Ну, давайте сразу сделаем себе полную хилку. Так, и проваливаем отсюда. Больше нам здесь делать нечего. В туалет даже заходить не будем. В комнату с дробовиком тоже. Нам нужно добраться до кладовки. Да. До кладовки надо добраться. Давайте добираться. Так, здесь у нас зомби. Ждем его на лесенке, чтобы в дальнейшем его оббежать. Так, пошел ты к черту, зомби. Не блюйся. Некультурная свинья. Так, вы знаете, я, наверное... Так, давайте химикаты пока уберем. Травы тоже. Ключ уберем точно. Куда-нибудь подальше. Так, чтобы взять ленту, давайте возьмем. Так, и давайте сохранимся. Хорошее, отличное просто, я бы сказал, начало. Ну, я думаю, завершить на эту первую серию. Вот такая коротенькая будет. Я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующих сериях. До скорых встреч!